Здравствуйте, дорогие друзья! Я Татьяна Карадима и ваш критик, член жюри международного конкурса талантов Golden Time. В очередной раз познакомилась с работами и поздравляю всех участников конкурса с удивительным мастерством, разнообразием идей и тонким чувством восприятия окружающего нас мира. Соглашусь с известным выражением знаменитого художника, французского художника Анри Матисса, который сказал, что для творца нет ничего сложнее, чем нарисовать розу. Ведь сначала ему нужно забыть обо всех розах, нарисованных раньше. Все участники старались передать свой неповторимый индивидуальный стиль. И отмечу имена мастеров, работы которых произвели на меня большое впечатление. Альбина Гудкова написала картину «Девочка со свечой». Эту работу я оценила максимально. Это удивительная работа с потрясающим внутренним миром, исключительной техникой исполнения. И, по правде говоря, эта работа меня просто покорила. Анастасия Журавлева «Море и девушка». Я почувствовала в этой работе тонкий философский подход. Работа просто завораживает. Милана Козинка, девочка с воздушными шарами. Это детская работа и прекрасно выполнена. Смысл философский, мечта. Я бы так назвала эту работу, грезы, мечта. Александр Ковалев. Чувствуется современная эпоха и ассоциации со современной эпохой. Медведев Борис написал картину, выражающую музыканта, музыкальный инструмент в современном исполнении, поражает работа своей красочностью, позитивным настроем. Валерия Разукова, работа «Париж». Тематический подход, интересная графика в этой работе. Таня Мамедова, «Ветвь лимонного дерева». Передача натуральности очень тонкая. Милена Митрофанова, «Деревья у реки». Удивительная свежесть и прозрачность чувствуется. Дарья Федоренко. Я бы дала название этой работе «Городская суета». Очень красочная, очень выразительная. Также индивидуальный подход к теме чувствуется. Костенко София, работа «Парусники». Богатство красок, индивидуальность работы, интересная техника исполнения. Артем Гатсенко, работа «Озеро». Погружаемся в уникальный мир, работе присуща тонкость исполнения. На мой взгляд, все работы достойны внимания, индивидуальные и творческие работы. Желаю успеха всем и новых идей в вашем творчестве. До новых встреч и привет из солнечной Греции. До свидания.